Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов «Титан». Искал ноутбук для ребенка и нашел то, что надо в «Титане». Получилось в 2 раза дешевле, а состояние как у нового. «Титан» – для всех и каждого. Первый снег, высокая скорость, обгон и в итоге кювет. В такой последовательности произошло ДТП на трассе Нагорск-Слободской. Водитель «Фиата» ехал по заснеженной дороге, как летом, не справился с управлением. Как этот маневр увидели очевидцы, в рубрике «Видеорегистратор» сегодня в ней заметное видео уходящей недели. Мокрый снег завалил трассу Нагорск-Слободской, но это не помешало гонщику на красном «Фиате» ехать быстро. И этот обгон оказался аварийным. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся. По словам очевидцев, виновник аварии, его пассажирка живы, отделались лишь небольшими царапинами. В Кирове на улице Ленина еще до снегопада умудрились попасть в ДТП водители 12-й «Гранты». Судя по видео, водитель синей «Лады» резко затормозил. На улице Комсомольской у дома номер 63 разворот на парковке закончился аварией. Судя по всему, пьяный водитель на легковушке не рассчитал маневр и въехал в стоящую иномарку, а потом скрылся с места ДТП. Хотела проскочить перекресток улиц Московской и Солнечной девушка на серебристом «Опеле». Она думала, что встречных машин уже нет. Но ровно в этот момент в сторону Театральной площади ехал темный «Солярис». Столкновение было не избежать. После аварии пострадала сама виновница ДТП. По словам инспекторов, 25-летнюю девушку не госпитализировали. Узкий проезд во дворе и продуктовая фура стали причиной аварии на улице Чистопрудненской. Водитель грузовика торопился на выгрузку и зацепил на повороте припаркованную 14-ю. Удар шофер даже не почувствовал и уехал. На улице энтузиастов водитель красного «Шевроле» не увидел темный «Лансер». Скорее всего, обзор закрыл припаркованный фургон. Девушка на «Лансере» успела среагировать на опасный маневр, и удар получился не сильным. Большой автомобиль на маленькой парковке – это проблема. На улице Ярославской водитель черного «Ленд-крузера» пытался развернуться и не заметил припаркованный «Шевроле». Не задалось утро у владельца регистратора на улице Комсомольской. В 7:30 утра водитель белого «Рено» решил повернуть налево. Плохая идея повернуть налево через двойную сплошную возникла у водителя белого «Поло» на улице Ленина. Мужчина не успел закончить маневр, как в него въехала темная иномарка. На улице Мостовицкой водитель «Весты» сломал шлагбаум. Ситуация классическая. Нужно было выехать, а электронного ключа не было. Но мужчина не растерялся и, чтобы не повредить крышу, отогнул ограждение. Скорее всего, за порчу имущества хулигану придется отвечать перед жильцами дома. Дерзкого плевателя запечатлела камера в лифте. Молодой человек не хотел, чтобы его снимали. Видимо, стеснялся. Перед выходом парень набрался смелости и плюнул в объектив. Сейчас жильцы дома разыскивают его, чтобы провести профбеседу. Михаил Вагин, место происшествия.